Всем привет, уважаемые друзья! В данном видео я хотел бы вас ознакомить с интересной игрой на блокчейне CryptoSummoner. Мы будем вместе разбираться, как в нее можно играть и на чем можно здесь зарабатывать и как она работает. Данная игра выходит через один день. И она выходит совсем скоро, и мы сможем в будущем в нее играть. Основные особенности игры — это призывать своих богов зарабатывать токен SMNR в долларах и повышать свой уровень и зарабатывать еще больше. После вызова каждый игрок может выйти на поле битвы. Поскольку призыватель ведет своих богов в битву, призыватели могут зарабатывать доллары в токенах проекта за каждую битву, усиливая богов путем повышения уровня. Чем сильнее боги, тем больше получаем токенов проекта. Также и в будущем можно будет зарабатывать артефакты. Можно покупать набор артефактов и экипировать богов, чтобы увеличить потенциал заработка и повысить свой шанс победить мирового босса Химеры. Каждого бога можно экипировать только одним артефактом, чтобы выбрать все, нужно изучать и более перспективно его одевать. Также можно эволюционировать. Боги рождаются в новорожденном виде. Когда боги достигнут 10 и 20 уровня, они превратятся в более сильную и окончательную форму жизни, дадут пользователю более высокие награды за победу и поле битвы. Одним словом, чем выше уровень, тем больше мы зарабатываем токенов. Также торговая площадка NFT у данного проекта есть. Можно позволять призывать свободно обменивать своих богов и артефакты, чтобы максимально увеличить шансы в поле битвы. Также мировой босс Химеры, можно нацелиться его убивать. Уникальные черты, и в этом проект надолго, в отличие от других игр, которые прозрачны в отношении демпинга цены в первую неделю. Поэтому, конечно, это очень интересные возможности для того, чтобы играть и зарабатывать. Также есть у проекта дорожная карта. Все цели основные есть у проекта, который он хочет реализовывать. И цели амбициозные и перспективные. Когда проект достигает этих целей, можно будет еще больше зарабатывать и развиваться в игре. Также у нас есть в открытом доступе токеномика проекта. Мы видим каждое процентное распределение проекта. И всего у нас токенов SMNR 225 миллионов. И все эти 225 миллионов распределены заранее и в открытом доступе нам указаны. Вот такой вот интересный проект. Если он вас заинтересовал, изучайте, присоединяйтесь к проекту. Стартует игра Battlefield 2 сентября. Осталось совсем немного времени. И можно уже покупать токены SMNR. Это очень легко и просто делается. Вот токен SMNR. Мы можем купить за 1 BNB 38 тысяч токенов и в будущем инвестировать и зарабатывать на этом. Поэтому, конечно, присоединяйтесь, изучайте. Проект нам дает возможности для множества перспектив, для множества возможностей на любой вкус и цвет. Всем хорошего настроения и всем пока!